Хотя рукава приглашается Мухаммад Абдул-Азиз, Кубков Михаил. Хватка за первое место в категории новички 76 килограмм. Напоминаем, что штрафные очки вычисляются сразу же, потому что это финал. Если можно копаться, дело в том, что Омаров Идрис, спортсмен с красной повязкой, впервые выступает в категории 91 килограмм, обычно выступал в категории 77. Также он является черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. И вот поднялся Идрис Идрису, посмотрим. Также Идрис является чемпионом России 2022. Ну, логично, что в самой категории до 77 килограмм. Сейчас первая его схватка, его дебют 91. И это сабмишн. В этой схватке победу чемпионом одержал Омаров Идрис.